Всем привет, друзья, это канал Outcast Games. Сегодня у нас на посмотрелочке игрушка под названием Defend the Highlands, защищай высокие земли, из Стима, игра из Стима, да, из Стима. Игра у нас вышла 2015 года выпуска от разработчика Kilted Camel, там было, проскочил, он быстренько, короче, сказал, что это я сделал, все нормально. И издатель KISS LTD. Блять, слово KISS, это мне прям с игрой, это ебаный, которую я сейчас прохожу, это просто отстой. И игра у нас в жанре индюшка и стратегишка. Давай в опции зайдем, сейчас посмотрим, что тут. Ой, FX Volume, Graphic Quality, давай на максимум. Difficulty нормально, Music Volume, чё? Advisor Volume, Unlimited Bodies, как это так? Нет, не надо. Так, Кирмиш, Load Game, New Game, погнали, New Game, старт, чё старт? Давай пишу вот так. Ой, чё-то написал. А, правильно, все вот так. Start game. Что делать здесь? Говори. Будет тренировка, не будет тренировки. Блин, она что-то глючит. Что написано? Так. News, плохие новости, леди. А, что делать? Подожди. Так, можно двигать хорошо. А, что делать? А, ВСД, окей, спасибо. Мультикамера. To your arrow keys, да. Йоу-йоу, arrow keys. А почему вот так вот? А, вот, спасибо. Неудобно, но спасибо. Пацаны. Or clicking and dragging a box around multiple Scotsmen. To give orders to the selected Scotsmen, right-click where you want them to go. We'd best stock up in porridge before the invasion. Right, then, so let's start by getting the lads onto an oat field. Remember though, your hero character Alfredo can he harvest oats. Так, а подожди, хорошо, ты мне тут рассказываешь все отлично, а что мне с ними делать, с этими ублюдками? Что вот это за красные херни? Собирать, короче, урожай надо, что ли? А нахера? Ну иди собирай. Блять, тут так неудобно, какая-то камера. Чё это такое? Have a selected unit play. Porridge? Блин, она на английском полностью. Можно на улицу выйти? If you get some of your lads to play the bagpipes, it'll summon some more Scotsmen. Select a Scotsman and press the play bagpipes button. И что ты будешь делать? Тор-тор-тор-тор-тор! Вот, музычка началась. Just remember, the more Scotsmen you have, the faster you go through your porridge stockpile. So make sure you balance your bagpipe playing with your porridge farming. А ты чё не работаешь, алё? Так, надо, короче, тут defense, короче, я так понял. А, стоп, тихо, спокойно, чтоб джойстик не свалился. Barricade. Так, а как ее... А как ее перевернуть теперь? Алло. Так, to arms, to arms. Как ее, блядь, перевернуть-то? Кого там хуярите? Cover. Cover, быстренько, cover. Cover. I need the cover. А ну-ка, забегай им прям в спину, хуяри. Давай, на нахер, на нахер, мудак, на нахер, сука, дебилы. Так, тихо, чувак, не пизди, у меня тут, короче, разборки. А чё ты не попадаешь? На! Ух, блять, прям в харю попало. Окей. Так, эти тут нормально хуярят, ты чё не хуяришь? Так, давай еще одним заходим сзади. Смотри, ты. Оп. Оп. Эти, короче, не попадают в меня, а я в них попадаю. Смотри, какие мудаки. На. Да я вижу, что я лост. Подожди, тут у меня тактика. Ай, блядь, а почему они с одного удара меня убивают? А эти... А я их, это, короче, с этих... Они меня с одного... Ой, хорош, молодцы. Тут, короче, барные разборки, я так понимаю, да? Ах ты, сука, они появляются опять, да?
Так. Да. Ай, попал. А, у него хпшка есть. Так, попали у меня опять, да? А чё ж ты не попадаешь-то? В смысле, у него закончились эти? А, я думал, у него закончились тем, чем бросать. Иди, иди собирай. Так, we show them swords high, be careful through the move them. Так, у меня еще один пришел. Где мои деньги? Ралли поинт. А, ралли поинт. Идите, короче, все вот сюда. Вот нормально будет. Так, you will receive money for every enemy defeat. Хорошо, я понял. У меня деньги есть. Это что такое, херня, не знаю. Это что-то непонятное, тут тоже непонятное. Давай баррикады будем строить. Как их крутить-то? А, окей. Давай вот так. Ты, за баррикаду. Хорош, так, и что теперь? Что теперь делать? Один у нас тут музычку херачит. Эти сильнее, чуваки, говорит он мне. Так, ты будешь... В смысле? А вы что в упор-то подходите? Ой, кто-то пухнул. На! Давай, 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 макуш. Да макуш ты их нормально. Это, блядь, бейсболисты, бейсболисты, бейсболисты. Куда попиздил? Давайте ебашьте этого. Давай, 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 чуваки, правильно, закидывайте, 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 закидывайте их. Закидывайте вот их ублюдков, закидывайте, закидывайте говном, закидывай их, сука, бутылки, бутылки, не жалей, не жалей. В смысле, кого заепенили-то? А если я вот тут закроюсь просто, смотри, типа вот так. Если вот так вот, ай, блин, тут труп упал, сука, скотина, падла. Если я вот так закроюсь, подожди, клик-клик-клик-клик-клик-клик-клик-клик. Да блин, как поставить-то, вот. Ты чё, куда побежал? А чё он свалил-то? Так, хорошо, смотри, вот его завалили. Хайлади, хайлади, нормально всё. Подожди, я сейчас вот тут закроюсь. Вот так. Пускай убегают. Чё ты, блин, не можешь пройти-то, дебил? Иди вон туда. Так, а где показывают следующую атаку? Так, это, короче, сильно очень сложная игруха. Очень сложная игра. Хорош, этого захерачили. Блин, этого убили. А если я, подожди, стоп. Закрою его просто вот так вот. Чтобы его не убивали. Где моя подмога? Где моя подмога, я не понял. Ну-ка, чувак. Ну, надо, короче, это. Ай, попали два раза, сука. Тварь, ладно. Так, ты, иди сюда. Ты там защищен будешь. Ай, тут, короче, разбили, хорошо. Значит, защитим и здесь. Сейчас мы везде все настроим. А, подожди, вот так, да? Мне мало народу. Мне мало народу очень сильно. Выбивают их просто как скотов. Просто как скотов выбивают. Ладно. А если их сверху поставить? Да заколебали вы! Пиздеть. Так, спокойно. Хорош. Как его убивают вот этого-то? Блин, у меня вообще люди не хотят приходить, 4 человека всего. Уже тут даже не играет. Это кто такой? А, это самый классный чувак. Если он умрет, короче, все будет хана. Хорош, так. Нифига он сносит. Да как его убили-то, блин, никто же не стреляет даже туда. Чё за херня? Почему? Мне 3 человека всего осталось. Я когда-нибудь пройду или нет? Я вот думаю, знаете что? Вот что это за хрень? Не попал. Поставить типа вот здесь стол.
И пускай они сверху бросают просто. А ну-ка, смотри. For Scotland. Иди туда, ты бросай в этого. Блин, ну ты косой. Ну стреляй. Да что ж ты такой косой? Ну он же сейчас разобьет. Вот ты... А что у них жизни не показывают, кстати? Бля, ну ты мудак. А чё его убило-то? Чувак. А что он делает там? Сука, блять, вообще пиздец какой-то. Я вам отвечаю, это просто нереальная игруха. А чё, где мои парни-то? Что? Что делать? Все? Так, хорошо, там у нас не работает. Тут у нас что-то... А, это мои столы. Еще что теперь? Алло? А, amount of porridge remaining. Porridge. Что такое porridge? Деньги. Это... Number of great points. Что делать? Алло, я все, что ли? Нет. Что делать? Вайски, говори, что делать. Что теперь? Я всех уже завалил, алло. Ты там он что-то это собирает, говняшеньку какую-то. А что делать? Я все. Я всех завалил. Я красавчик? Нет? Что делать? Continue. Как закончить-то миссию, алло? Хочу миссию закончить. Слышь? Чувак, что делать? Хочешь дать мне виски? Ни музыки нет, нихера. How many farms you currently have? Один. Сколько у меня этих number of Scotsman? Один. А чё это за флаги какие-то? Что делать? Can I get you a whiskey? Да есть, нет у меня виски, блин. Может сюда? Так, это не для Hero, хорошо, это не для Hero. Я ж всех завалил, да вроде всех. А может вот это? Shift. For Scotland, ну и чё? Да это просто нычка. А что делать? Что нужно сделать? Какая цель? Цель выжить. Где следующая волна? Чё-то вообще не... Эй, чувак. Иди поиграй. Так, порридж уходит, это типа жрачка, я так понимаю, или что? Так, а смысл? Что делать? Алло? Мне что дальше делать? Какой смысл дальше что делать? Ты можешь как-то атаковать там, я не знаю. На. Сюда. И? А что? Ой. Так это я могу их тут наставить миллиард просто. И чё? Так а зачем? Я ничего не могу понять, что нужно сделать. Ах ты, сука, максимально близко нельзя, чтобы защитить этого сраного. Ну и чё у меня там по деньгам? Все, я уже не поставлю больше, да? Нет, поставила. Почему он не... Это... 29. Все. 50. Хорошо, что мне нужно сделать, чтобы завершить миссию-то? Объясняй, игруха. Не понимаю. Do you fancy a bowl of porridge? Блять, что за пиздец? Что за... Да гей, мне виски, дай мне виски, блять. Do you fancy a bowl of porridge? Что делать? Как миссию завершить-то? Music volume effect mulu continue blue pause. Все, что? Что? Что сделать, чтобы миссию эту завершить? Я же вроде живой, все живые. Нет? Выйти нельзя? Нельзя. Все дохлые уже, все в стельку, все просто бухие, я не знаю. Что тут еще? Блин, такая эксенса еще дикая. Что это? Репка какая-то лежит. Воу. Алло, чувак, что там делаешь? Собирает с трупа, блин, что-нибудь. Так, почитаем, что ли? Так, Highland Games, первый Скотлантобер, регистрация бесплатна, окей. О, смотри, лохнесское чудовище. Пропало. Если кто-нибудь видел, сообщите, окей. Если увижу лохнесское чудовище, я обязательно сообщу. Так, это что такое? Это у нас труба, это которую они дуют.
Смотри, сколько здесь трупов у меня. Прям четко, четко, четко. Так, а что нужно сделать, чтобы закончить? Алло, где моя этот самый? А ты что, женщина, что ли? Ты же мужик, а что ты в юбке? Сука, ты неадекватная эта скотина. А дефундабара потучорыч, а что мне нужно сделать, чтобы закончить? Может быть. У меня, короче, вариантов нет. Иди по Скотланд. Похавай. Я, например, не могу понять, что нужно сделать, чтобы завершить данную миссию. Вообще, я вижу, не вижу каких кнопочек, нет никаких. Что делать-то? Это такая игруха классная вообще. А что делать? Действительно, у меня вопрос. А ну-ка, сейчас кнопочки все поклацают. Тап! Там исчезает все. Хорошо, Shift, Ctrl. Ой, блядь, Windows нажал. Случайно, не, все нормально. Так, Z, X, C, V, ту-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 
что сделать с этой игрой, чтобы она работала дальше. Я отключил, короче, вид зеленых. Чтобы не видно было, что эти зеленые. Вот эти вот не подсвечиваются теперь. Какая кнопка это сделала? Сука. Че за херня, блин? А какая кнопка? О! Че это? Ага, вот это. Ни хрена себе, какая кнопка. Блин, там скриншоты, наверное, у меня пошли. Нет. А, этот мой вот сидит. А что делать-то? Я не знаю, как завершить. Если честно, не знаю, как завершить эту миссию. Просто не в курсе. Нажать квит, что ли? Так это... А, просто квит надо было нажать или что? Ой, тут сколько всего. Только он до continue. Но у меня нету... Мне нету апгрейдов. Continue. Давай. Только нахрена? Terrible news, Larry. Опять? Just heard that the Irish, Welsh and English have invaded Scotland. They'll be at your pub any minute now. You better get the lads ready for them. Если честно, я не знаю, в чем прикол игры вообще. First things first, Larry. You gotta know how to command your Scotsman. You'll need to use the WASD or arrow keys to move your camera. Абсолютно не понимаю, что нужно здесь делать. To move your camera. That's right. Now hold down the middle mouse button and move the mouse to retain camera. Давай вот этих закрою сейчас. А этим, сука, пойду в атаку. Чё за херня? Так, они за барной стойкой. Давай вот сюда их. Точку мне поставь. Вот. Чё-то херня, если честно, какая-то. Ни музыки нет, ничего нет вообще. Что за херня? А ну-ка играй, блядь. Hi, laddie. Чё ты будешь делать? Чё оно вообще даёт? Бэкпайп. Чё он, интересно, даёт? Hi, laddie. Давай атаку мне в эту волну запускай. Я не понял, что тут делать-то? Что за игруха? Так, а тебя тут не приебашат? Может этого вообще сюда наверх поставить? За вот этот вот. Может ему будет так проще? Херачить сверху? Нет, денег ноль. Ну, давай запускай. Где волну запустить-то? Кнопка. Трун-друн-друн-друн-тун. Hold down the middle mouse. Вот, на. Да вот, блин, он еще до сих пор, представляешь, эту, как ее... Блять. Да, скролл. Select him to select multiple spawns, drag on box around them. Ну вот. Хорошо, я понял. Ты херово стал, чувак, иди сюда. Да, блядь.
your hero character Alfredo carry hard Нет, тут херово стал. That's a relief to have a bit more porridge in the stockpile. If you run out of porridge. Все, ладно, может быть, так будет нормально. Так, давай, запускай, хоть чуть-чуть немножко повалюсь еще. Клик, the play bagpipes. Just remember, the more Scotsmen you have, the faster you go through your porridge stockpile. So make sure you balance your bagpipe playing with your porridge farming. Да я понял, что чем больше у меня народу, тем быстрее они жрут. Да я понял, уже это я уже делал, да, окей. Я просто сижу, я вообще не вкуриваю. Не вкуриваю, просто у меня... Хорошо, закройся. Давай сейчас попробуем. Атакуйте меня. О, хороший хедшот сразу прилетел, чувак, увидал. Кавер. А тейк кавер, все нормально, кавер у меня четкий прям. Ну-ка иди сюда, кавер. Опа. Так, тут что? Эти сверху бросают нормально, смотри, как прилетает. А вон справа, чувак. You might want to send some men onto the balcony up there, so you can hit them with the flank. Ага, вот, видишь, наверху у них лучше шанс выстрелить. То есть, лучше шанс. Я вот так закрою, чтоб сюда не зашли. У них больше шанса, короче, херануть, я так понял, отлично. А вы что не бросаете? Или вам, блин, приглашение надо, сука? Блять, нихуя себе как закинул. Прям... Так, иди собирай. Да я понял, баррикейдс. Подожди, сейчас разберемся. С баррикедами. Иди сюда. Тот пускай вот тут стоит. А ну иди сюда. Играй вот этим двоим. Я подожди, а если я стану вот здесь? Блин, они шариками бросают, с этими мечами. Ой, тут вообще жопа какая-то началась. Ебать. Ой, разбили, блин, мне баррикадку, суки. Пиздярьте их все. Отлично. Да вот пытаюсь, так тут трупы теперь лежат, сука. Так, ты чё? Мне нужна еще одна. О, нифига себе, у меня сколько этих... Как их называют-то? Баррикад куча, короче. Чё ты не ставишься? Так, все вроде нормально, да? Более-менее. Так, что-то достижение какое-то прошло у меня. Отлично же. Что такое? Не могу ставить. Так, одного у меня забинделили. Так, этот играет, все нормально. А эти сверху прям вообще мочат четко. Так, эти далеко стоят, да? Дай мне, блядь, эту хуйню. Да, хорош. У меня один апгрейд есть. Так, ты сюда. В смысле, я прошел? Нифига себе миссию прошел, ты представляешь? Че это такое? Это я не знаю, работает, не работает. У меня 2 очка есть. Можно аккуратность прокачать. Можно хавчик прокачать. Что-то длинность. Дальность. Чё? Backpipe skill. How quickly you get new recruits. А, так как быстро ты... Так, это у нас, короче, дрочить что-то. Ручная атака, farming skill. Ага, так как быстро ты собираешь. Ranged attack, fire rate. Скорость атаки. Вот это скорость атаки надо. А сколько можно 2 раза? 2 раза можно. Undo. Так, 1 и 2. Continue.
Прикольно. Вот, прошел наконец-то миссию, я понял, как просто играть в нее. Короче, ребятки, ну, ну вот так. Тут у нас что-то новенькое. Не знаю, может, мы ее когда-нибудь продолжим? Я, в принципе, сохранился. Может быть, мы когда-нибудь ее продолжим. Тут миссии, я так понимаю, есть. И можно будет дальше, дальше, дальше. Вот эта расстановочка, все дела. Вот это мне нравится, типа Tower Defense. Вон бегут ублюдки. Короче, все отлично, все прикольно, все нормально. В общем, давайте, ребятки, на этом закончим. Тогда серию, возможно. Ну, пока что серию, да, а там посмотрим. В общем, всем спасибо за просмотр. Ссылки в описании под видео, комментируйте. И всем до встречи в следующей игре, которая у нас там будет дальше. А ну-ка, мне музычку подруги.